300 дворов и более 400 тысяч квадратных метров нового асфальта. Именно так в цифрах выглядит результат реализации федерального проекта по ремонту внутриквартальных дорог Волгограда. Сегодня его итоги были подведены на пресс-конференции в администрации города. Слово Анжелике Антипиной. В прошлом году на ремонт внутриквартальных дорог Волгограда было выделено 0 рублей, а в этом более 500 миллионов федеральных денег. Такого масштабного обновления в городе не припомнят. Асфальт заменили в 300 дворах во всех районах. Как отметил Сергей Соколов, из-за правовой коллизии и запоздалого поступления финансов в город реализация проекта проходила не вполне гладко. Тем не менее, весь запланированный объем работ дорожники выполнили в положенные сроки. А они были весьма сжатыми, и подрядчикам приходилось работать даже ночью. А когда время поджимало, то неизбежные огрехи. Такое было, например, в Тракторозаводском районе. У меня есть большие претензии к качеству выполненных работ и к срокам. Нам пришлось сегодня переделывать часть работ. Часть работ мы еще сегодня вынуждены приводить в соответствующее надлежащее состояние. Нерадивому подрядчику работу не оплатят. В целом же, отметил Сергей Соколов, дороги были сделаны качественно в 95% случаев. Асфальт во дворах стелили слоем в 5 сантиметров, а также делали разъездные карманы и везде устанавливали бордюры, чтобы новое покрытие не расползлось и не потрескалось вскоре. Кстати, гарантийный срок эксплуатации асфальта – 5 лет. Водители города проявили особый энтузиазм и с самого начала ездили по дворам с видеорегистраторами, чтобы контролировать качество работ, следить за возможными изъянами, намеренные специалисты мэрии. Практически это будет выглядеть так. То есть пройдет осенне-зимний период, весной будут образованы комиссии в составе генподрядчиков, заказчика, департамента, которые произведут объезд всех территорий, где был выполнен капитальный ремонт. Если нарушения будут, то подрядчикам придется их исправить в кратчайшие сроки. Между тем, городские власти уже обратились к руководству региона с просьбой предусмотреть в региональном дорожном фонде средства на ремонт еще 300 дворов. Необходимая для этого документация уже подготовлена. Анжелика Антипина, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».